В это время в сквере Победы начнется торжественный митинг и возложение цветов к памятнику воина-победителя, а также театрализованное представление «Минута тишины». С полудня до 3 часов дня в городском парке на большой сцене пройдут народные гуляния и будет дан концерт. В это же время на малой сцене будет организована традиционная солдатская заваленка. Вечером в 21:00 на большой сцене в парке для зрителей будет представлен военно-патриотический концерт «Победа остается молодой». Также с 9 часов вечера в сквере Победы стартует ставший уже традиционной акция «Зажги свечу». Закончится праздничное мероприятие в полночь фейерверком.